Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Tecno Phantom. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, мы свайпаем вниз, ищем здесь энергосбережение. Находим, здесь есть режим оптимизации. Вот и можем его включить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.